أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В это видео посвящено событиям, которые происходят в последние дни в Российской Федерации и по отношению к которым я не смог остаться равнодушным. Несколько последних дней выдались для меня выходными, и поэтому я немножко решил ознакомиться с новостями, с событиями, которые происходят вокруг. И заметил, что какая-то вспышка шиизмофобии намечается в Российской Федерации. Вспышка эта, наверное, скорее всего, связана с показом фильма «Мухаммад. Посланник Всевышнего», который начался в Дагестане. Насколько я знаю, в Дагестане пока что начался показ этого фильма. Возможно, в каких-то других еще местах, в других республиках. В связи с этим фильмом высказался Салах Межиев, и до этого, насколько я знаю, он высказывался насчет шиитов. Какие-то очень странные речи были высказаны им. Ну, естественно, не заставили себя долго ждать и ваххабитские деятели, в том числе Хамзат Чумаков высказался о запрете. Вообще, я посмотрел речь, очень короткая речь у него имеется по этому поводу. Я посмотрел его речь, и немножко, честно говоря, я засомневался в психическом здоровье этого человека, Хамзата Чумакова. Я, конечно, извиняюсь, не хочу никого оскорблять и проявлять неуважение, но, во-первых, я так понимаю, что Хамзат Чумаков не смотрел этот фильм. Раз он другим запрещает его смотреть, ну, наверняка сам не смотрел его. Скорее всего. Но при этом он высказывается об этом фильме и говорит, приписывает этому фильму какие-то странные вещи. Я, честно говоря, немножко в недоумении по этому поводу. Он говорит, что как нечестивец может играть роль наилучшего из творений, наилучшего из людей. В связи с этим хочется понять, о каком нечестивце идет речь. Я смотрел этот фильм более года назад, уже, наверное, полтора года прошло, но я не помню, кто там играл роль пророка Мухаммеда. Там, по-моему, вообще никто не играет его роль. Там бегают какие-то очень маленькие детишки, несовершеннолетние, лица которых не видно, и вообще виден просто силуэт этих детей. Поэтому откуда Хамзат Чумаков знает, даже если эти дети были бы совершеннолетними, откуда он знает, кто эти дети и чем они в своей жизни занимаются? Просто не понимаю. И помимо этого, эти дети, ну, все-таки дети, что значит ребенок нечестивец? А несовершеннолетний ребенок, который, в общем-то, не обязан и освобожден от каких-то религиозных и шариатских положений, и которому просто неприменимо словосочетание и слово нечестивец. Поэтому я не знаю, это что, в привычку вошло таких
людей, как Хамзат Чумаков, им, они что, в привычку в себе взяли высказывать какой-то бред, чушь, и вообще доставать слова из кармана, из ниоткуда? Это в привычку вошло, из-за этого этот человек так высказывается, или говорит такие абсурдные вещи, или на самом деле просто его, я не знаю, что здесь, я не могу просто придумать какие-то оправдания. Ну, суть не в этом, я, конечно, не хочу обсуждать, разговаривать и говорить об этом фильме и о том, стоит его смотреть, не стоит его смотреть, и как-то защищать этот фильм, что ли, не знаю. Не об этом речь, я просто хочу порассуждать о поведении этих людей. Эти люди, по-моему, не особо отдают себе отчет в том, что говорят. Салах Меджидов до этого, где-то 12 или 11 дней назад, появилась новость в Islam News, в которой содержалась цитата Салаха Меджидова, муфти Чечни, где он призывал Иран не лезть со своим шиизмом в Российскую Федерацию. Islam News интерпретировала эту цитату как то, что в России имеется традиционный ислам, а шиизм не является традиционным исламом, и поэтому не стоит внедрять и как-то проповедовать, пропагандировать шиизм в России. Конечно, я сам лично против того, чтобы какие-то государства вмешивались в дела других стран. В иностранное вмешательство я всегда был против этого. Но шиизм не является каким-то иностранным, импортным каким-то продуктом, каким-то импортным учением. Шиизм является традиционным для России. Те города, если мы посмотрим на мусульманские города, которые сегодня, на сегодняшний день входят в состав Российской Федерации, то мы обнаружим, что самый древний из этих городов, из этих мусульманских городов, входящих в состав Российской Федерации, самым древним является шиитский город Дербент. Поэтому я полагаю, что скорее в данном случае импортным и какими-то временно появившимися, недавно появившимися учениями являются как раз такие учения, другие, остальные учения. Движение Кунтахаджи, учение Кунтахаджи. Ну, Кунтахаджи жил намного позже, чем возник Дербент, как мусульманский город. Намного позже, чем существует в Дербенте мечеть, джума-мечеть, ну и так далее. Это учение, оно и принадлежит Кунтахаджи, которое проповедует Салах Меджидов. Ну и не говоря уже о Хамзате Чумакове и ваххабизме, который вообще в мире появился нам в несколько веков назад, не говоря уже о Российской Федерации. Все эти учения, несмотря на то, что очень многие российские мусульмане придерживаются этих учений, они являются импортными, они являются возникшими позже, нежели шиизм. Шиизм, если мы рассмотрим современные российские города, возник первым из всех этих течений. Поэтому я недоумеваю, что значит пусть не лезет со своим шиизмом. С каких пор Иран стал лезть со своим шиизмом в Россию? Если в России шиизм распространяется, проповедуется, то проповедуется гражданами Российской Федерации и коренными жителями, например, жителями Дагестана, жителями Мискинджи, села Мискинджи или же
уроженцами города Дербент, которые являются коренными россиянами в этом смысле и изначально исповедовали шиизм. Они исповедовали шиизм, дербентцы и мискендинцы, за сотни лет до того, как произошла исламская революция в Иране. И поэтому я советую Салаху Межиеву немножко повысить свой уровень образования, немножко ознакомиться с Российской Федерацией, с городами Российской Федерации и их историей, чтобы впредь подобные недоразумения не были услышаны из его уст. И то же самое я рекомендую сделать Максиму Шевченко, который сказал то же самое, как неудивительно, он сразу же подхватил эту волну, подключился к этой волне и посчитал своим долгом высказаться по этому поводу, осуждая показ фильма «Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям», и ссылаясь на то, что суннитские религиозные деятели против показа этого фильма. Хотя муфтий Дагестана посетил показ этого фильма и очень положительно отзывался об этом фильме. Я не понимаю, на кого ссылается в данном случае Максим Шевченко, на ваххабитов Ингушетии и Чечни, на Салаха Межиева, который на последние недели находится на антишиитской волне, которого охватила шиизмофобия в последние дни. Я просто недоумеваю по поводу поведения. Что за страх, что за паника возникла у этих людей? Что их так испугало? Я просто не могу понять. Что касается фильма, я коротко скажу об этом фильме. Несмотря на то, что фильм немножко разочаровал меня, но разочаровал он меня не потому, что там имелось нечто, что против чего я был, или же что меня прямо-таки возмутило. Нет, просто мне показалось, что в фильме было уделено много внимания визуальной части, нежели смысловой части. В принципе, то, что мы наблюдаем в кинематографе последних лет. Если вы посмотрите фильмы, которые были сняты 30-20 лет назад, или даже хотя бы даже 15 лет назад, то вы увидите, что фильмы в основном делают акцент на смысле, на передаче какого-то смысла. Стараются раскрыть характеры своих персонажей, чего мы абсолютно-таки не наблюдаем в большинстве фильмов, в особенности в кассовых фильмах последних лет, когда персонажи вообще никак не раскрываются, никакой посыл в себе не несут, кроме негативного, конечно, посыла, направленного на отупление человечества, и в основном рассчитаны на визуальную красоту, какие-то спецэффекты, какие-то экшн-сцены. Мне показалось, что этот фильм тоже немножко делает акцент на визуальной части, но при всем при этом я считаю, что фильм является хорошим, его нужно смотреть. У кинематографа есть, некоторые люди сравнивают этот фильм с книгами об истории пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Но я думаю, что книги и кинематограф — это совсем разные вещи, и не стоит их сравнивать. Книга имеет одну цель, одну пользу, ей можно воспользоваться одним способом, а кинематограф — это совсем другое. Это новый вид искусства, который обладает преимуществами в передаче информации, в передаче какого-то духа, какого-то настроения, какой-то атмосферы, которая зачастую невозможно передать с помощью книги. И именно этим кинематограф пользуется. Именно из-за этого кинематограф популярен среди, в первую очередь, молодежи, которая более впечатлительна и стремится к новым визуальным каким-то душевным переживаниям через визуальное познание.
Поэтому я не вижу смысла в том, чтобы сравнивать этот фильм с книгами, если режиссер постарался передать ту атмосферу, в котором жил пророк Мухаммад, в котором рос пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, то этого уже достаточно, даже несмотря на то, что вы можете быть очень осведомлены об этом, но все-таки визуальное восприятие — это совсем абсолютно разное, совсем другое. Помимо этого, я слышал высказывания о том, что тех же самых деятелей, которые аргументировали нежелательность просмотра данного фильма тем, что многие вещи, которые там происходят, мы об этих событиях не знаем. Как будто бы незнание, чьё-либо незнание о том или ином событии означает недостоверность данного события. Они не знают, не слышали, никогда не читали. Ну, это их проблема, если они не читали и не слышали об этих историях, которые описаны, о которых идет повествование в этом фильме. Но в любом случае, опять-таки я повторяюсь, не об этом фильме речь. Это шизмофобская волна, которая началась в России, конечно же, не может не удивлять, так как шииты являются частью мусульманской уммы России. И от этого факта, от этого явления уже никуда не денешься. Дагестанцы и азербайджанцы, которые являются гражданами России, это все, они все исповедуют шиизм, многие из них. Помимо этого, даже среди чеченского и ингушского и других народов Северного Кавказа огромное множество шиитов. Конечно же, многие из них вынуждены по тем или иным обстоятельствам, по известным всем нам обстоятельствам, не распространяться о своих убеждениях, о своих взглядах, но дайте им немножко свободы, и вы увидите, что значительная часть представителей этих народов окажутся сторонниками семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И не исключено, что родственники того же самого Салаха Меджиева или других известных деятелей, не исключено, что их родственники не окажутся сторонниками семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. В любом случае, я бы хотел призвать этих деятелей, проповедников, ученых, шейхов, вне зависимости от того, являются ли они тарикатчиками, являются ли они сторонниками кунта хаджи или же других тарикатов, или же они являются салафитами, кем бы они ни позиционировали, я призываю их последовать примеру пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Его светлость, когда начинал свою миссию, свою проповедь, он вел дискуссии с теми, которых считал заблудшими, в частности, многобожниками и христианами. Эти истории известны. И в более поздние периоды мусульмане не прекращали вести дискуссии, научные дискуссии, встречи, в ходе которых люди могли бы узнать о правде, могли бы узнать истину, в ходе которых проявлялась истина. В научных дискуссиях я не имею в виду балаганы. Вы, слушатели, зачастую, слыша слово «дискуссия», предполагают, что я говорю о балаганах, тех, которые вы часто можете наблюдать в тех или иных местах, когда несколько людей спорят, оскорбляют друг друга, устраивают балаган. Нет, я говорю о цивилизованной встрече, научной встрече, при которой мы могли бы обменяться мнениями, доводами, доказательствами, оценить доводы друг друга,
чтобы лучше понимать друг друга и в конце концов проверить на крепость, на достоверность, на аргументировать собственную точку зрения, собственное убеждение. Мы в течение последних лет очень многим проповедникам предлагали подобные встречи. Зачастую, конечно же, наши предложения были связаны с теми высказываниями, которые они делали. В частности, Амир Музафаров, который был имамом мечети одной из екатеринбургских мечетей, который рассказывал небылицы своим прихожанам, своей пастве, которая позже распространялась в интернете, и в связи с чем мы хотели бы с ним встретиться, и поэтому попросили братьев, которые живут в Екатеринбурге, чтобы они подошли к нему и предложили по этому поводу встретиться и провести научную дискуссию, встречу, дабы посмотреть, насколько он аргументированно говорит эти небылицы, эти сказки о шиитах. Но он отказался, так же, как и отказались многие другие. Некоторые из них вообще делают вид, что не замечают, не слышат нас. В частности, Хамзат Чумаков, который не гнушается зачастую обвинять шиитов, ругать шиитов, приписывать им какие-то убеждения, которых у шиитов нету. Мы несколько лет, я в частности, предлагал ему через видеосообщение, которое было опубликовано в интернете, предлагал ему встречу, на которую он вообще никак не отреагировал. То же самое было сделано в отношении другого проповедника салафитского, Умара Цасетлинского. Также нечто подобное было сделано в отношении Исы Цицоева, еще одного салафитского проповедника из Ингушетии, который также опубликовал несколько видеоматериалов, несколько речей о шиитах, говорил о них, говорил не совсем достоверную информацию, искажал некоторые факты, на наш взгляд. В связи с этим нами были адресованы вопросы к нему, чтобы он ответил на них в очень уважительной и приемлемой форме в виде вопроса. Он, несмотря на то, что говорит о том, что радеет за свой народ, радеет за мусульман и болеет душой за них, но он сделал вид, что не заметил это видео, эти вопросы, и обошел стороной его, несмотря на то, что, опять-таки, здесь даже о дискуссии речь не шла. Это была всего лишь небольшое количество вопросов, которые были адресованы ему. Нечто подобное было сделано со многими проповедниками, которые имеются в самой Москве, в столице Российской Федерации. Но все они считали своим долгом отказываться, к сожалению. В связи с этим я хотел бы повторно, в связи с этим, со всей этой шиизмофобией, повторно предложить всем, абсолютно, без исключения, всем критикам, всем тем, кто считает шиитов заблудшими, считают их, некоторые из них считают шиитов неверными, предлагаю встретиться в научной дискуссии, обсудить эти вопросы регламентированно, по правилам, заранее обговоренным, чтобы во время дискуссии не было балагана. Многие из них, слыша о том, что мы предлагаем встречу по регламенту какому-то, они немножко смущаются, не понимают, что за регламент. Но дело в том, что у нас очень горький опыт общения с представителями всех этих течений. Как правило, эти встречи превращаются в
балаган, они, оказываясь немножко в затруднительной научной ситуации, ведут себя не совсем адекватно и порой напоминают психически больных. Ну, в связи с этим мы вынуждены ограждать и гарантировать себе спокойную встречу, когда никто никого не будет перебивать, и научная будет дискуссия. То есть, чтобы гарантировать научность дискуссии, мы вынуждены выдвигать эти правила и регламент. И поэтому я предлагаю всем, начиная с Аллаха Межиева. Аллах Межиев является муфтием Чечни, и наверняка у него найдется десяток знающих, осведомленных людей, которые могли бы прийти к нам на подобную встречу. Прийти к нам, я имею в виду, что встретиться с нами. Мы готовы сами приехать. Ближайший для них город, чтобы провести подобную встречу. Поэтому предлагаем подобную встречу с Аллахом Межиеву, который не устает последние дни говорить о шиитах в негативном свете, проявляет какую-то обеспокоенность по поводу того, что в России существует шиизм и как-то распространяется. И также салафитским деятелям предлагаем подобную встречу, начиная от Хамзата Чумакова. Хамзат Чумаков может сам не прийти на подобную встречу, но сделать кого-то знающего, подкованного своим представителем в подобной встрече. То же самое предлагаем Цицоеву, или Цицоеву, я, к сожалению, точно не знаю, как произносится его фамилия. Предлагаем такую встречу. И всем остальным проповедникам, деятелям, если предлагаем, поскольку считаем это сунной пророка Мухаммада, считаем это адекватным способом и средством выяснения истины, считаем это правильным, считаем, что это может привести к предотвращению многих недопониманий, может привести к предотвращению многих разногласий, потому что разногласия порой вызваны недопониманием. Помимо этого, дело в том, что эти люди, представители этих течений, суфизма, салафизма и так далее, тарикатов, они не владеют достоверной информацией о шиизме. Шиизм искажен в их представлении, очень сильно искажен. Они приписывают какие-то невероятные просто истории, невероятные убеждения шиитам. В качестве примера можно привести, например, то, что шиитам приписывается, якобы они считают супругу пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Аишу, прелюбодейкой, что, вне всякого сомнения, является небылицей, сказкой, выдумкой и клеветой на шиитов. Другим примером является очень распространенное мнение о том, что шииты верят в искаженность Корана, что у шиитов какой-то другой Коран, а у нас совсем другой Коран, что опять-таки является просто ложью, клеветой на шиитов. Хотелось бы, чтобы, во-первых, подобных сказок о шиитах не было. Я, конечно, понимаю, что многие эти люди, многие эти проповедники приписывают эти убеждения, эти сказки шиитам, пытаясь очернить шиизм, что очень досадно, потому что если вы хотите
доказать ложность и заблуждение шиизма, доказать, что шиизм это заблуждение, то вы должны делать это посредством тех пунктов, которые являются ложными и имеются у шиитов, а не те, которые являются вашими собственными выдумками. В связи с этим, в связи с тем, что есть необходимость во взаимопонимании, есть необходимость решить какие-то определенные вопросы, убедиться в том, какими на самом деле являются шииты. Также для того, чтобы найти больше взаимопонимания, что несомненно поможет нашей уме, так как в единстве наша в сплоченности, вне всякого сомнения, и я думаю, что с этим согласятся также вот эти представители, о которых я упоминал, что в нашей сплоченности, единстве, если уж не говорит о том, что сила наша, что в единстве мы можем сделать намного больше, понимая лучше друг друга, мы можем сделать намного больше добра и намного больше полезного. Даже если упустить этот момент, то я думаю, что уж ни в коем случае, никоим образом вреда в этом нету. В том, чтобы мы нашли взаимопонимание друг с другом. Поэтому, уважаемые имамы, уважаемые шейхи, уважаемые проповедники, уважаемые ученые, мы, шииты, всегда готовы на подобные научные встречи, на подобные дискуссии, готовы выслушать ваши аргументы и обсудить ваши доводы, на которые вы опираетесь, обвиняя нас в тех или иных заблуждениях, обвиняя нас порой даже в неверии и в многобожии. И, как уже было сказано мной, все это является, подобное обсуждение является сунной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И я удивляюсь, что за несколько лет нашего призыва практически никто из вас не согласился на подобную встречу. Да, была подобная встреча, длилась 3 дня, но те люди, которые пришли к нам на встречу, они не были профессионалами. Не были профессионалами, в связи с чем мы были обвинены в том, что занимаемся избиением ребенка, избиением детей. Нас обвиняли в том, что мы избираем для себя слабых оппонентов, хотя мы предлагаем всем без исключения. Конечно, была один случай, когда один полупрофессионал, скажем так, изъявлял желание провести подобную встречу, но подобная встреча не могла быть возможной из-за его неадекватного поведения. Человек провоцировал, обзывал, оскорблял, поэтому никакой адекватной какой-то цивилизованной встречи речи быть не могло. Поэтому я призываю вас отозваться на это предложение и обсудить подобную встречу, прийти на нее и показать всему миру, у кого какие доводы, у кого какие-то доказательства, кто на чем основывает свои убеждения, свои слова. Потому что зачастую мы, шииты, обвиняемся в каких-то небылицах, как это делал Амир Музафаров, который потом оправдывался, искал оправдание своим словам, отказывался от встреч с нами, хотя он живет в Екатеринбурге. Мы готовы были покупать билеты, тратить время на
то, чтобы поехать к нему и провести подобную встречу и предоставить на суд наши умы, его доводы и доказательства, которые он имел в подтверждение своих слов. Поэтому мы открыты подобным встречам, всегда готовы. Мы порой даже готовы пойти к вам навстречу, на уступки. Достаточно вам все-таки высказать о подобном желании, высказать свое желание о подобной встрече. И мы в последующем, возможно, на те или иные уступки пойдем, я имею в виду на уступки, связанные с местоположением дискуссии, с регламентом, с правилами дискуссии, потому что, возможно, местоположение, оно может быть порой не совсем приемлемым для дискуссии в связи с тем, что подобная дискуссия в той или иной местности может просто вызвать какой-то ажиотаж, какие-то протесты и привести к каким-то волнениям, каким-то смутам. В связи с этим мы считаем, что не все места приемлемы, но все же мы готовы приехать в ближайшие для вас города, в ближайшие приемлемые города и обсудить заранее оговоренную тему по заранее оговоренному регламенту и правилам. Наши правила, которые я предлагаю для подобной встречи, они упрощены максимально, эти правила. Ранее мы предлагали эти правила, но там были чуть немножко сложные какие-то моменты, которые немножко возмущали представителей, в частности, салафизма. Видимо, они, читая эти правила, как-то встречали незнакомые термины, незнакомые слова. В связи с этим нам был упрощен регламент и правила до максимально простого регламента и правил. Я эти правила и регламент выложу в описании этого видео, чтобы вы могли ознакомиться с ним. Но хочу заметить, что мы всегда готовы обсудить какие-то положения, какие-то моменты, которые могут вам не понравиться в этих правилах и регламенте, при условии, что вы предложите, вы не просто отвергнете то или иное правило или тот или иной регламент, то или иное положение в регламенте, а предложите взамен что-либо более адекватное, как вам кажется. И в таком русле мы можем прийти к какому-то единому мнению, какому-то решению и провести подобную встречу. И опять-таки повторяюсь, многие могут возмущаться и протестовать, что зачем подобный регламент, встреча, подобные правила, можно просто встретиться и обсудить. Но, как я уже говорил, опыт у нас горький в связи с этим, с регламентом порой очень тяжело контролировать встречу, цивилизованный ход встречи. Очень часто люди ведут себя неадекватно, ведут себя очень даже неадекватно, поднимают шум, перебивают, кричат, в общем-то, опускаются очень низко. И поэтому не хочется в будущем такого. Я, конечно, надеюсь, что наши уважаемые проповедники и шейхи не являются подобными неадекватными людьми, но все-таки зачем же рисковать? Лучше все-таки застраховаться и провести встречу по регламенту и правилам. Тем более, что многие из этих проповедников предлагают подобные дискуссии. Например, тот же Салах Меджиев, я встречал его речь, где он предлагал представителям салафизма провести встречу. Таким образом, мы видим, что для них это тоже является приемлемым методом, приемлемым способом диалога, приемлемым способом общения.
И в связи с этим я хотел бы также подчеркнуть еще один момент. Уважаемые проповедники, шейхи, имамы, салафитские, в частности, в первую очередь салафитские, так как именно от них мы подобные речи часто слышим, я считаю, что вы не имеете права критиковать, не имеете морального права критиковать и обсуждать шиизм, обвинять шиитов в каких-то там заблуждениях, в неверии и так далее, до тех пор, пока вы закрываете глаза на подобные предложения к научной дискуссии, до тех пор, пока вы отказываетесь от подобных научных дискуссий и делаете вид, как будто бы нас не существует, всех этих предложений, всех этих призывов к диалогу не существует, до тех пор, пока вы подобным образом себя ведете, игнорируете, делаете вид, что не знаете, не слышали, не в курсе, до тех пор, пока вы ведете себя таким образом, игнорируете подобные призывы, вы не имеете права, какого-то морального права выходить перед своей паствой. Это выглядит очень таки невыгодно для вас. То есть вы предстаете таким образом в очень невыгодном для себя свете. Поэтому я поименно могу обратиться к Исе Цецчоеву, Хамзату Чумакову, Салах Межиеву, да и всем остальным, все остальные более или менее известные профессиональные шейхи, имамы и проповедники, я обращаюсь к вам. Представьте себе, что я обращаюсь к вам поименно. Вас очень много, поэтому всех перечислить я не смогу, да и наверняка я 90% из вас не знаю, имен ваших не знаю. Но эти имена, которые я перечислил, я их знаю, поскольку они так или иначе высказывались по поводу шиизма, критиковали шиизм. Я обращаюсь ко всем к вам поименно. Представьте себе, что я вот к вам лично обращаюсь. Хочу, чтобы в судный день вы не смогли сказать Богу, что вы не имели возможности ознакомиться с идеологией шиитов, именно поэтому приписывали им эти заблуждения, так как у вас не было возможности ознакомиться с их доводами, с их убеждениями. Именно поэтому я призываю вас, чтобы у вас не было никакого морального права в будущем оправдываться, говорить о том, что шииты являются заблудшими, неверными и так далее, и у них абсурдные убеждения, они как необоснованные Кораном и Сунной убеждения и тому подобное, чтобы у вас подобного морального права не было. Я, конечно же, не особо рассчитываю на встречу с вами, потому что я понимаю, что вы опасаетесь потерять свое лицо, авторитет, уважение. Например, те же самые ребята молодые, которые встречались с нами и обсуждали эти вопросы, они в какой-то степени были, в общем-то, немножко раскритикованы со стороны представителей этих учений, со стороны своих единоверцев, единомышленников, были обвинены и, в общем-то, оказались под давлением в каком-то смысле этого слова. Я понимаю, что вы тоже опасаетесь за подобное отношение к вам, боитесь потерять авторитет, лицо свое и так далее. Но все же я хочу, чтобы у вас в будущем никакого оправдания не было в связи с этим. Поэтому предлагаю подобную встречу. Если вы согласитесь, каким-то чудом решитесь, соберетесь с духом, это, конечно же, будет радостная весть для меня, потому что любое научное обсуждение является благом, на мой взгляд. Является благом для человечества.
думающие люди, люди, которые думают, люди, которые умеют оценивать доводы и доказательства с позволения Бога, с помощью подобных дискуссий, на мой взгляд, смогут приобрести очень много полезного для себя. И напоследок хочу для многих людей, которые воспринимают эти дискуссии как проявление вражды, хочу сказать следующее. Дело в том, что подобные дискуссии не являются проявлением вражды, не являются попыткой посеять смуту, разногласия и так далее. Они направлены как раз-таки на обратное. Почему? Потому что эти разногласия уже существуют. Хотим мы этого или не хотим. Мы собираемся со своей паствой, в особенности салафитские проповедники, и очерняем шиитов. Поэтому говорить о том, что эти дискуссии ухудшат положение дел и так далее, нет. Мы, конечно, можем прийти и вести себя как и вести себя очень неадекватно, тогда, конечно, мы разогреем вражду между нами, но я предлагаю научную цивилизованную встречу, где будет взаимоуважение, а подобные встречи только приведут к взаимопониманию, а взаимопонимание уже лишит многих проблем, которые имеются между нами, лишит многие разногласия и немножко остудит вражду между нами. Поэтому, дорогие братья, дорогие сестры, которые считают, что подобные встречи являются проявлением вражды и создают вражду между мусульманами, я уверяю вас, что если вы закрываете глаза, если вы умалчиваете какую-то угрозу, какую-то опасность, то это не означает, что эта опасность вас не коснется. Нет, эти разногласия, эта вражда уже существует. И эта вражда разогревается как раз-таки этими проповедниками, к которым обращено было мое сообщение. Разогревается в своих проповедях, они не гнушаются очернять шиитов. Поэтому опасность уже есть, она существует. Закрывать глаза на это нельзя. Мы должны стремиться к взаимопониманию, к обсуждению этих проблем, чтобы их решить. Мы, шииты, до сих пор никто не посмеет обвинить нас в неадекватности и в каком-то ненаучном подходе в этих вопросах. Мы всегда уважительно относились к своим оппонентам, в отличие от наших оппонентов. Всегда вели себя цивилизованно с ними и очень часто идем на уступки. И даже почти всегда шли на уступки. Никогда не выступаем с позиции, с какой-то односторонней позиции. Берем в расчет, во внимание и позицию с точки зрения своего оппонента. То есть, другими словами, идем на колоссальные уступки. Идем навстречу к своим оппонентам. И поэтому ссылаться на то, что мы как-то неуважительно к вам относимся, как-то враждебно проявляем себя, опять-таки, подобного оправдания у вас быть не может. Поэтому, дорогие братья и сестры, эти встречи только помогут исламу, помогут развитию ислама, помогут сплотить исламскую умму, так как разногласия существуют, чем больше мы их будем умалчивать, тем больше они будут разрастаться и увеличиваться, и тем более опасными они будут становиться. Как я уже говорил, если вы закрываете глаза на какую-то опасность, то это не значит, что эта опасность вас обойдет стороной. Представьте себе, что вы едете в машине, не дай бог, навстречу к вам выезжает огромная грузовая машина, свернуть вы не успеваете и закрываете глаза. Поможет ли это вам оградить себя от травм, уцелеть и так далее? Конечно же, нет. Закрывать глаза на проблемы не значит их решать. Поэтому давайте будем вести себя цивилизованно, давайте будем избегать этих обвинений. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока вы не
смогли до тех пор, пока вы не смогли аргументировать свою точку зрения, потому что вы избегаете встречи и при этом обвиняете нас в самых худших смертных грехах. Я смею полагать, что морального права у вас на это нету, как минимум, до тех пор, пока вы закрываете глаза на наши призывы к диалогу, к встрече, до тех пор, пока вы отказываетесь представить нам непосредственно свои доводы и доказательства и отказываетесь вообще замечать наши доводы и доказательства, наши ссылки к Корану и Сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Всем всего доброго. Желаю всем мусульманам, желаю всем жителям Северного Кавказа благополучия, добра, мира, процветания, взаимопонимания, единства. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.